Вот такая у нас сегодня погода. С самого утра открыто окно. Котел работает, правда, на минимуме. Но на улице, я бы сказала, даже жарко. Ночью, мне кажется, был дождь, или это вчерашние остатки, точно не знаю. Но вот так вот светит ярко солнце, вот такое красивое небо. Тепло очень. Это вот к вопросу о том, ощущается ли в Сочи Новый год. Ну вот, как видите, при такой погоде, я думаю, что он вряд ли ощущается. Но это Сочи, и в принципе хорошо, что нет дождя. Он наводит серость, скуку, некрасивое, нехорошее настроение. Там виднеются снежные горы. И настроение новогоднее, конечно, создает только украшения города, торговых центров, ну и дома, утренники, корпоративы.